Шановні миколаївці, ви дивитесь гарячу лінію на телеканалі Миколаїв. Для вас сьогодні працює Віолетта Ротюнян. І сьогодні у нас в гостях Юлія Резнікова, уповноважений представник Міжнародного комітету захисту прав людини, комісар 8-го рангу. Вітаю вас, Юлія Миколаївна. І сьогодні ми говоритимемо про міжнародну законодавчу базу та нашу українську національну законодавчу базу. І чи готова Україна до євроінтеграції? Отже, Юлія Миколаївна, розкажіть, будь ласка, про свою професійну діяльність. Я являюсь уполномоченным представителем Международного комитета защиты прав человека по городу Николаеву Николаевской области, комиссар 8-го ранга. Основное направление деятельности комитета – это представлять правовую помощь лицам, которые в ней нуждаются в отрасли украинского, европейского, мирового правозащитного законодательства. Полномочия комитета масштабны. Они охватывают все правовые сферы, где могут быть нарушены права человека. Отмечу, что комитет официально уполномочен приказом Деканаидзе осуществлять контроль, выявлять нарушения права человека органами национальной полиции, что поддерживается и ныне существующей властью. Кроме того, комитет создан в 2001 году, объединяет он более 1000 человек, 220 неправительственных организаций в Украине, 47 представительств комиссариаты в иностранных государств, куда входят Англия, Австрия, Чехия, США, Индия и ряд других стран. Главный штаб-квартира находится в городе Киев, улица Владимирская, 93. А расскажи, будь ласка, про основные направления комитета. Основное направление – мы рассматриваем, предоставляем помощь лицам, которые нуждаются на территории Украины в защите прав человека. То есть эта сфера охватывает глобальные, то есть начиная с государственных структур, органов местного самоуправления, управления, прокуратуры, национальной полиции, то есть все, медицины, социальные какие-то сферы, аспекты. То есть все, что связано с правами человека. Чудово. І сьогодні у нас дуже актуальна тема – це перехід України до євроінтеграції. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Чи готова все ж таки Україна вступити? Ну, я скажу так, что Украина стремится стремительными шагами идет в Европу. Однако необходимо соответствовать этому уровню. И о чем я говорю? О том, что необходимый уровень знаний международного права и применение практики Европейского суда по правам человека в правовых сферах. Кроме того, необходимо знание уровня национального законодательства, которое не всегда соответствует. К сожалению, за период существования всего комитета было выявлено значительный уровень некомпетентности и непрофессионализма государственных служащих. Среди них также работники органов национальной полиции, прокуратуры, местного самоуправления, в ряде случаев работники суда, судебной власти. Вот. И в том числе и медицинские работники. К сожалению, такие тоже случаи бывают. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как можно підвищити знання наших українських громадян в правовому полі? Ну, я скажу так, що уровень міжнародного законодавства, він не закінчується на декларації про права людини, міжнародній декларації прав дитини, конвенції про захисту і основоположні свободи. Существует ряд других иных норм международного права в международном сообществе. Я их могу привести к примеру, так, какие ласка, из них бывают. Значит, устав ООН, который закрепляет принципы сотрудничества государств во всех областях, в том числе сферы борьбы с преступностью. Кодекс преступления против мира и безопасности человечества представляет собой один из основных источников норм международного права. Вот. Ряд Гаагских военных конвенций, ряд Женевских конвенций, конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловеческих и унижительных видов обращения и наказания. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином которым они являются. То есть здесь можно перечислять многочисленный ряд международных норм. Наскільки вони будуть точними та правильними в нашому законодавстві? Наскільки вони навіть за менталітетом правильні? Я вам скажу, що наш основной закон Украины, Конституция, да, он предусматривает, предусмотрено использование ратифицированных международных соглашений в нашем национальном законодательстве. К сожалению, не всегда это используется и применяется на практике.
Также это закреплено рядом Уголовно-процессуального кодекса, тоже статью 9, применение норм международного права. Однако не всегда применяется это на практике, что, естественно, будем так говорить, в дальнейшем, да, подрывает авторитет Украины на международном уровне, потому что от этого идет количество жалоб, самое большое жалоб против Украины в Европейском суде по правам человека. Скажіть, будь ласка, які є недоліки на міжнародному рівні в українському законодавстві? Я скажу так, що существують пробіли. Пробіли в законодательстві, і я скажу, що ці пробіли, вони в національному, да, законодательстві, які влекуть за собою і пробіли, звісно, при применении на практиці. Как они возникают или как их пересматривают. Естественно, после того, когда что-то происходит, будем так это говорить прямыми словами и простым языком. Если привести, например, к примеру, ну, из практики, да, вот, когда в Колумбии было убито несколько десятков государственных деятелей после того, как президент Колумбии объявил войну наркобизнесу, только после этого были ужесточены и пересмотрены ряд ответственности за те или иные виды совершения преступления, в частности, оборотов наркотиков. Вот. Поэтому к чему я веду, что этот, как только тогда, когда что-то происходит, идет пересмотр всего законодательства. Что подразумевает собой пробелы? Пробелы подразумевают за собой правовую коллизию. Потому что возникают разногласия сразу от тех или иных норм, что, естественно, нужно приводить в порядок, прежде всего, на уровень нашего национального законодательства, чтобы говорить об евроинтеграции, о том, что мы будем говорить, имеем хотя бы такое право. А вот на вашу думку, вы компетентна людина говорити про це. Скажіть, будь ласка, всім відомо, що в Україні є і наркобізнес, і як з цим борються наші політики, наше законодавство? Ну, у нас є определенные статьи Уголовного кодекса, да, за приведенные, будем говорить, нарушения и преступления в этом обороте наркотиков. Я вам скажу так, что по проценту раскрываемости, да, ну, будем говорить так, ну, наше государство, наши правовые структуры борются с этим. Я не буду говорить, что они ничего не предпринимают. Естественно, это следственные органы, которые принимают в этом участие, органы прокуратуры. Вот, все зависит, конечно, еще от объемов, где и как это все совершено. Вот, но борьба идет на уровне законов, конечно, да. То есть от безнаказанности ничего не бывает за такие совершенные преступления. Але ж все ж таки є ті преступления, які залишаються безвідповідальними. Ну, я вам скажу, що, може бути, даже це можна сказати, що це як вид преступлений, да, совершенним, наприклад, лицами на території України, які мають двойне громадянство. Вот. К сожалению, существуют такие страны, да, которым разрешено двойное гражданство. Вот. А преступления, которые совершаются такими лицами на территории Украины, они в ряде случаев остаются просто нераскрытыми. То есть, вот. Например? Я вам просто объясню, что наше национальное законодательство, да, наша Конституция Украины, основной закон, он гласит, и закон Украины, действующий о гражданстве Украины, он гласит о принципе единого гражданства. Вот. У нас привыкли говорить о чем? О том, что у нас нет ответственности за такие действия. К сожалению, не все понимают, что она существует. Может быть, из-за незнания законов, может быть, по каким-то другим своим соображениям. Она существует. Эта ответственность прописана в статье 19 закона Украины о гражданстве, где четко указано, что устанавливается ответственность, виды утраты гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства другой страны гражданами нашего государства, которые достигли 18 лет. Ну, однако, конечно, этот алгоритм не всегда применяется на практике. Может быть, я же говорю, в силу незнания законов, а может быть, просто каких-то коррупционных составляющих. Не знаю, это все выявляется в ходе проверок.
Вот. Кроме этого, если говорить более как-то масштабно, да, и говорить о нашем законодательстве, конечно, оно несовершенно. То есть особенно можно это говорить о преступлениях, которые совершены в отношении малолетних детей. То есть не может быть ответственность равнозначной, соразмерной за причинение умышленного вреда малолетнему ребенку, взрослому человеку. Нарушение прав пациентов. Здесь нужно сказать, что особенно обратить внимание на тех пациентов, которые находятся в местах, изолированных лечебных местах. То есть там нарушается, могут нарушаться волеизъявления таких пациентов. Угу. Вот. Семейное насилие как вид преступления вообще не предусмотрено уголовным законодательством. За последние полгода таких жалоб более 109, которые остаются нераскрытыми. Тобто все ж таки є скарги, все ж таки є злочини, є злочини, які не розглядаються законодавством. Тобто по каким-то тим или іншим принципам. Также можно сказать здесь и о пенитенциарной службе за несвоевременное рассмотрение судами дел осужденных, прошедших административные комиссии, готовящихся уже на свободу. Ну и в социальной сфере, конечно, необходимо создавать комиссии, которые бы регулировали права престарелых людей, которые тоже нуждаются в помощи и ее не своевременно не получают. Якщо ми будемо говорити про таку більш сучасний вид злочину, це соціальні мережі. Дуже багато є шахраїв, які працюють через соціальні мережі. Як з ними борються і хто, які самі органи в Україні борються? Ну, существує таке названня, як кіберполіція. Вот, хоча в Україні не завжди мають бажання кіберполіція розслідувати і виявляти такі преступления. Я вам скажу на примірі з Великобританії, да, там достатньо направити в електронному виді заявлення з приложенням бази доказательств, і щоб поліція отреагувала і провела якесь розслідування. Тобто, о чому тут здесь говориться? Що все потрібно усовершенствувати. Старі моделі устарівають, і потрібно йти в ногу з часом, і, звісно, все це можна робити, якщо сильно цього хочете. Може, все ж таки, якщо кіберполіція наша не хоче займатися цими скаргами, може, треба зробити покарання для самих співробітників? Ну, поэтому мы говорим о том, что комитет, в свою очередь, да, будет строго пресекать попытки нарушения прав человека, выявленные нарушения, зачастую связаны с той или иной коррупционной составляющей, либо незнанием законов, путем создания специальных выездных комиссий и инициирования вопросов об открытии производства в отношении должностных лиц, которые допустили эти нарушения. То есть, другими словами, безнаказанности не будет. Як скоро це не буде? Ну, от, коли очікуються зміни? Я провожу прийом, буду проводити прийом граждан, граждан в місті Миколаєві, 1-4 понеділок місяця, вулиця Спаска, 75А, офіс 201. Часи прийому з 8 до 5 утра. Угу. Тобто, шановні телеглядачі, якщо у вас є проблеми, які пов'язані з порушенням ваших прав, то звертайтесь, будь ласка. Повторіть, будь ласка, ще куди і коли треба звертатись? 1-4 понедільник кожного місяця, вулиця Спаска, 75А, офіс 201. Дякую. Але це не всі проблеми, які у нас, на жаль, існують. Є ще проблема в судових справах. Які саме? Ну, судебна система, звісно, зараз реформується, і хочеться сподіватися, що це буде дуже позитивне змінення для країни і для громадян її. Ну, що я хочу сказати на сьогоднішній день, що існує в судах, да? Це те, що зали судебних слухань не оснащені відеонаблюдениями. В Николаеве в каждом суде всего по одному залу проведения заседаний в режиме видеоконференции. Естественно, предпочтение отдается уголовным делам. Гражданские дела затягиваются. Длительность рассмотрения, что приводит к длительности рассмотрения дела, а значит и в соответствии нарушения прав человека на своевременность рассмотрения того и того или иного дела. Вот. Кроме этого, в судах Николаевской области они не укомплектованы. Катастрофическая нехватка судей. Отсюда также самое. Идет затягивание рассмотрений дел. Судьи гражданских коллегий заседают в уголовных коллегиях. Естественно, отсюда не по своей воле. Отсюда и количество... И некомпетентность в том лучше. Же вони на іншому спеціалізуються. Да, ну це не по їхній волі, але таке відбувається. Угу.
естественно, появляются жалобы от граждан, жалобы от многочисленные жалобы. Вот. Конечно, хочется верить, что существующая судебная реформа, она сделает какое-то изменение в позитивную сторону. Вот, и новый Верховный суд Украины, который уже укомплектован, будем говорить так, будет активно применять практику Европейского суда по правам человека и международные нормы при пересмотре норм права того или иного существующего решения. Порівняйте, будь ласка, систему судову в міжнародному, на міжнародному рівні. Ну, нашу ми вже зрозуміли. Зараз у нас готовиться, звісно, у нас будуть сформовані суди присяжних, будемо говорити об этом. Вот. Ну, практика, звісно, покаже, как, наскільки це улучшить ситуацію в цілому. Що це значить? Що вот. Саме? Ну, суди присяжних, це вот ви, мабуть, бачили всі, да? Хто-то в фільмах, хто-то, може бути, воочию, да, в Америці, да? Когда суд присяжных, да, от него зависит вынесение решения, да, то есть... Тобто ці люди, які бачили це на своєму, на которые, своєму да, которые слушают, сидят в заседании, слушают, как ведется судебное дело, это в частности уголовные дела. Вот. Ну и как бы они влияют на вердикт суда, будем так говорить. Вот. То есть не один судья будет принимать решение, будем так говорить, будут суды присяжных. Вот. Что еще такое можно сказать, это то, что та существующая судебная реформа, которая у нас проводится, да, до нее у нас были проведены реформы органов прокуратуры, национальной полиции. Вот. Конечно, приятно зайти в районы отдел полиции, где уже новые лица, видеть новые лица абсолютно, был большой набор людей. Вот, соответственно, одетых, ну, конечно, сами помещения не все, но нужно тоже приводить в порядок, потому что люди должны работать в хороших, комфортных условиях труда. А в чем проблема? Чему не выстачает судей? Яка причина, чому не вистачає кадрових спеціалістів? Ну, кадрових спеціалістів взагалі завжди не вистачає. Завжди. У всіх галузях. Тому що, да, во всіх сферах, да. Тому що на то воно і є фраза «спеціаліст». Тобто, необхідно пройти определенне аттестування, щоб розуміти, відповідає людина своїй займаємій должності чи ні. Звісно, когда была проведена реформа национальной полиции, да, многие люди не соответствовали своей занимаемой должности. Естественно, каждый свои потом отстаивал права, как мог, то через органы суда, вот, обжаловали эти решения. Но, тем не менее, это определяет, будем говорить, уровень знаний национального законодательства, да, и не только. Вот такие вот реформы тех проводимых в таких органах и тех людей, которые в них работают. Проблема у галузі медицини. Всім нам цікава безкоштовна медицина в Україні, якої не існує. Вона існує лише, на жаль, у законодавстві. У законодавстві, розкажіть, будь ласка, які проблеми ми маємо? Я тут скажу коротко. Да, до того моменту, коли у нас в країні не увеличать якісь, да, суточні денежні средства там, на проведення тих же самих ургентних операцій, це приблизительно, щоб ви розуміли, 25-30 гривень. Ну, звісно, що на можна людину, купити на це? На одну операцію. Ну, да. Що можна купити на ці там, бинтов, тільки нужно намного больше. Вот. Естественно, отсюда возникает и количество жалоб, и люди, которые находятся, например, в таких заведениях, как изолированных, да, будем говорить, там, инфекционных больницах. Вот. Это тоже как бы имеет значение очень большое. То есть пока не будет отрегулировано вот это финансирование, да, как надлежащее, будем говорить, государственное этих учреждений, только тогда медицина пойдет наша более уверенным шагом и сократится количество жалоб всех таких подобных пациентов. А вот все ж таки, якщо людині треба зробити операцію, а на неї є кількість, це 25-30 гривень, кошти, які виділили. Якщо у людини немає заплатити за свою операцію, як в такому випадку
Ну, я вам поступають? скажу так, на практиці, да, на практиці, всегда, вот, не було таких вот подобних інцидентів, щоб не провели операцію. Операція все равно в будь-якому випадку буде проведена. В больницах существуют, как бы, да, необходимые для срочности препараты, все медикаменты, то есть операция будет проведена. Естественно, у того человека, у которого есть родственники, они будут, им Робити пишется все можливе і список, да, неможливе, щоб все список, купити. список его покупать, всех тех медикаментов, которые необходимы для проведения либо саму операцию, либо уже послеоперационное восстановление. І давайте більш детально поговоримо про подвійне громадянство. В Україні такої системи нема. Добре чи це чи погано, вирішувати не нам, але все ж таки немає. І як робити тим людям, які мають подвійне громадянство, які злочини вони Я вам приносять і як скажу, ведуть? как это выявляют, как происходит выявление. Это ведь зачастую эти люди опровергают такие данные, что у них есть. То есть они, другими словами, скрывают свое двойное гражданство. То есть они прилетают, вылетают с Украины по паспорту той или иной страны гражданином, которым они являются. Но я же говорю, к сожалению, многие страны допускают двойное гражданство, для них это не есть проблема. То есть человек, когда получает в такой стране паспорт гражданина, да, он обязан что сделать? Он должен обязан сдать загранпаспорт Украины, что является властностью Украины, собственностью Украины. И это в обязательном порядке. А вот паспорт гражданина Украины он может не сдавать. І Не використовувати сдавать, а його на для території України. каких-то определенных своих, как гражданин Украины, он прилетает сюда, он здесь будет по своему внутреннему паспорту гражданином Украины. Но Добре, таке питання. Тоді Україна ж має знати, що десь ця людина отримала громадянство, вона повернула свій закордонний ну, паспорт тієї це відбу... країні, а може Україна має вилучати паспорт громадянина України? Просто для чего делают эти люди такие вещи? Для того, чтобы не открывать потом себе визы в Украину. То есть они не сдают, да, для того, чтобы, если не сдадут паспорт и добровольно откажутся, естественно, это будет, что это необходимо для них открывать визы. Естественно, какие-то благи, которые они получают в этом государстве, да, там та же самая, может быть, пенсия или еще что-то, естественно, они это теряют. Вот. А выявлять это можно только в том случае, если этот человек совершил какое-то преступление на территории Украины, да, и это уже не, ну, как бы отрасль, будем говорить, миграционной службы, потому что, ну, необходимо делать ряд определенных запросов там на уровне следственных действий, вот, получение паспорта, как паритинал, Кордон. кордон, государственный кордон, да, граница, как она пересекалась последний раз, то есть когда был выезд, въезд, то есть это все элементарно делается на уровне. Але це і є якісь певні результати на чисельність, коли ми чисельність громадян України починаємо перешитувати, і є якісь наслідки все ж таки Конечно, есть. у Естественно, есть. розрахунках. Да, были такие прецеденты, не в Николаеве, были прецеденты, когда, ну, будем так говорить, совершались лицами преступления, и вот таким подобным образом выявляли, находили гражданство, потому что это непосредственно занимается департамент консульской службы при Министерстве иностранных дел. То есть это их не парафия конкретно, а наблюдать за тем, когда, например, если человек получает гражданин Украины, получает гражданство в другой стране, то есть и ну, там сдает свой загранпаспорт при получении паспорта той или иной страны гражданина. Вот, это отслеживается именно этой службой. Давайте підіб'ємо підсумки, бо вже час закінчувати нашу Да. програму. Наскільки готова Україна в євроінтеграцію? Які проблеми у нас нагальні є? Ну, якщо ми будемо говорити коротко, да, то за незалежне государство і євроінтеграцію потрібно починати, звісно, з соблюдення законів, приведення їх в порядок, устранення пробілів і, звісно, применення на практиці международных норм, тогда только Украина как государство будет иметь авторитет в мировом сообществе. Вот. Ну, а комитет в свое время он будет наблюдать за нарушениями прав человека в той или иной сфере, что он и делает. Але ми сьогодні з вами обговорили проблеми, і я як розумію, що ми не готові ще.
Нам треба час. Нам нужно время. І нужно время буквально во всіх сферах. Для того, і скільки цього часу нам необхідно? Ну, моє мнение личное, да, за год, за два, за три это не произойдет. Естественно, на это нужно годы. Коррупцию искоренить, к сожалению, так быстро не удастся. Вот. Дякую вам за цікаву та корисну для всіх нас, для наших телеглядачів, для мене, за цікаву і корисну розмову. Я бажаю, нехай все вдасться у нас з вами, в Україні. І я думаю, що всі плани на майбутнє у нас будуться. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Юлія Резнікова, уповноважений представник Міжнародного комітету захисту прав людини, комісар 8-го рангу. З вами сьогодні працювала Віолетта Рутюнян. Ви дивились «Гарячу лінію» на телеканалі «Миколаїв». Залишайтесь з нами. До побачення.